Всем привет! Сегодня у нас вот такой вот карасик, которого мы недавно поймали на рыбалке. Я думаю, что мы его сейчас разморозим и приготовим, запечем в духовке со сметаной. Значит, нам нужно его разморозить, посолить, поперчить немножко, чтобы он постоял, после чего запечем его в духовке. Карасик почищен, выпотрошен, он полностью разморозился. Берем приправы, соль, перец, приправу по вкусу, как хотите. Солим и маринуем рыбу. Думаю, до вечера. Сильно много тоже не стоит держать. Смысла нет. Сегодня замаринуем, сегодня приготовим. Все, сейчас маринуем и отправим рыбу в холодильник. Ну вот, рыба замаринована. Сейчас на пару часов отправляется в холодильник. Поджарим карасика немножечко с каждой стороны на высоком огне, чтобы образовалось такое. После чего выложим его на противень и заберем сметану. Отправим в духовку, пока духовка греется. На противень вкладываем, наливаем масло и немного сметаны. Потом положим сюда карасика, сверху тоже зеленый сметану. Дерево буквально. Духовка она будет стоять еще минут 30. Дерево просто 5 минут. Прошло 40 минут, достанем нашего карасика, кушать будем. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал.